Вернемся в нашу страну. На некомфортную городскую среду жалуются атырауцы. Речь идет об остановочных павильонах. На их строительство в свое время выделили миллионы тенге. Да вот толку нет. Летом в них жарко, зимой холодно. Проблему жителей выслушал наш корреспондент. Остановочные павильоны установили в Атырау 3 года назад. Долгожданному событию радовались всем городом, но недолго. Кондиционеры в них оказались неработающими. Многие передвигаются на автобусах, с маленькими детьми стоят, ждут. Хотелось бы укрыться от палящего солнца, а зимой согреться, раз такое построили. У нас очень жарко летом, поэтому без кондиционера никак. Неужели их не могут отремонтировать? В городе 22 крытые остановки. В Акимате нашей съемочной группе объяснили причину, но затруднились обозначить сроки ее решения. Остановки мы передали в доверительное управление. Сейчас проводится технический осмотр всех 22 объектов. После его окончания начнут подключать кондиционеры. Но назвать конкретную дату не могу. Каждый объект обошелся казне в 20 миллионов тенге. Жители просят ускорить решение проблемы. Иначе пока отремонтируют кондиционеры, уже и осень не за горами. Стоит обратить внимание и на санитарное состояние павильонов. Роза Сатканова, Тимерлан Султангазиев, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау.